Нет. Дома. Дома, да, где-то. Колеса. А это мы зашли в магазин игрушек для взрослых. Здесь продаются всякие машинки на пульте управления. Не только машинки, самолеты, пароходы и все, что может ездить и летать. Вот, Алан с удовольствием рассматривает такие игрушки. Мне это, конечно, тоже очень нравится. Ну а потом мы идем к нашей цели, мы идем выбирать велосипед для Алана. Что из этого всего вышло, смотрите дальше. Маленький бамблби надо найти. Какой самолет огромный. Пойдем сюда, чуть. Самолеты. Мотоцикл такой. Ну потом подрастешь, мы тебе купим. Пока надо велосипед нам найти хороший. Вот залезай. Вперед надо ногами. Вперед. Давай, давай. Вперед этой ногой надо. Давай. По очереди надо. Давай. Он умеет, просто может туго ему. Вперед ногами надо. Подожди, давай я тебе поменьше сиденья сделаю. А, здесь. Так, это. Сделал здесь. Раскручивать чуть-чуть надо. Да. Помогает тебе опустить? Да. Вперед, надо, вперед. Поехал. Молодец, получается.
молодец. Рули, рули. Давай, давай. Вот. Руль бы ему поближе. Да. Может, еще чуть-чуть опустить сиденье? Вперед, обеими ногами надо сразу. Вот так, давай. Сразу, вот. Молодец. Давай, заворачивай. Давай. Заворачивай. Вот. Две ноги надо сразу. Вперед, вперед. Сразу двумя ногами, давай. Помогай второй, сразу второй помогай. Надо двумя ногами. So what are you guys thinking? Ah, it's good. Yeah? First time here riding. Oh, really? Before, no, don't ride. Because we try in Kmart, in Big Double, or where? Yeah. Everywhere. But a couple months trying to find something. Yeah, yeah, the Apollonia ultralight bike frames. Yeah. Made of alloy, so very light. Most kids' bikes are made of steel or heavier material. Yeah. Надо еще ниже опустить? Да нормально, мне кажется. Вперед надо. Нет, это тоже высоко. Надо вот так. Где нога? Нет, да? Нет. Все, давай, поставим. Педальный. А этот беспедальный. Можно так просто ехать. Ты видишь, что происходит? Ну, идет, да, идет. Да? Понравился этот велосипед без педалей. Видишь, как пытаемся отговорить кататься. С педалями взять. Ты ходишь просто на нем, ты же не катаешься. Надо кататься. Давай на этом попробуем. Вот как звонко звенит, а? Ну-ка давай садись. Смотри, я тебя чуть-чуть выше поднял, давай попробуй сейчас. Сейчас удобнее будет. Все, давай теперь садись, попробуем ехать. Угу. Да. Опа. Педаль вот так надо. Ногу вот сюда. Давай теперь вот так, поехали. А это велосипед с электробатареей. Если надоело педали крутить или тяжело, можно воспользоваться помощью. Вот такая батарея. А сколько он стоит? 2600. Так как Алану понравился больше всего велосипед без педалей, а папа категорически не соглашался брать велосипед без педалей, так мы ничего и не купили.
Спасибо, что заглянули на наш канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять контакты. И смотрите наши новые видео. Пока-пока!